Золотые домкраты лучшим предпринимателям. На площадке регионального центра «Мой бизнес» и «Точки кипения» объявили победители межрегионального этапа национальной премии «Бизнес-успех». Эксперты определили самые перспективные задумки, а также лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства Ростовской области. Сотни предприятий получили известность, значит, рост своих предприятий за счет того, что именно о них узнают как на региональном уровне, да, потому что правительство региональное вовлечено в это, так на федеральном уровне, ну и, соответственно, это рост клиентской базы, это бесплатная реклама и обучение новым практикам. Екатерина Зелюка стала победителем в номинации «Народный предприниматель». Вместе с супругом она развивает бизнес по ремонту и монтажу кровель. О конкурсе она узнала после участия в онлайн-акселераторе «8 шагов для бизнеса из офлайна в онлайн» от Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Я увидела людей, у которых горят глаза, которые борются с кризисом, они отчаиваются, стремятся вперед, развиваются, и вот акселератор действительно помог сформировать какую-то подушку, новые знания. И та практика, которая нам давалась, я думаю, будет применена в нашем бизнесе. Это поможет нам еще кратно вырасти. Всего за победу в 104-м межрегиональном этапе премии боролись более 200 донских предпринимателей. Спецприз от оргкомитета премии получил Александр Никулов из компании «Ростов Лобстер». Это раковая ферма, которая занимается разведением и выращиванием австралийского красноклешневого рака в естественных и искусственных условиях. Мы ввязались в драку за рынок рака, чтобы сохранить популяцию нашего донского рака. Мы решили делать альтернативу – австралийский красноклешневый рак. Растет быстрее в 5 раз, чем наш рак, мяса в 2 раза больше. Поэтому путем выращивания и насыщения рынка мы поддержим экологию нашего Дона и восстановим популяцию нашего донского рака. Церемония награждения прошла в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса. Территория жизни». Здесь представили ярмарку франшиз и выставку, посвященную развитию бизнеса в регионах. Развитие малого и среднего бизнеса – это одна из стратегических национальных целей, поставленных президентом в своем указе о национальных целях. Также губернаторам были поставлены специальные цели, стратегические нашего развития региона в сфере малого и среднего бизнеса в своих утвержденных региональных проектах. Поэтому сегодня мы в очередной раз обсуждали с первым вице-президентом «Опоры России», с нашим бизнес-сообществом вызовы, возможности, новые возможности, как можно расти бизнесу, в каких направлениях, какие рыночные ниши, какая новая поддержка наряду с той, которая уже сегодня оказывается правительством региона, это снижение налогов на упрощенную, на посетение упрощенной системы налогообложения, по измененному доходу. Также в программе форума мастер-классы, круглые столы и семинары с участием федеральных спикеров, где обсуждались вопросы поддержки и популяризации предпринимательства.